Выпускник третьей школы Никита Лысиков не просто сажает деревья, он оставляет наследство своим детям. Юноша уверен, знание и гордость за наших ветеранов, которые сражались с фашистами в 40-е годы прошлого века, нужно передавать из поколения в поколение. Своим детям я начну рассказывать о этой войне, наверное, с тех пор, как они вообще научатся воспринимать информацию. А когда-нибудь, вполне возможно, что мои дети будут учиться в этой школе, я обязательно приду с ними сюда, обязательно расскажу об этом мероприятии, обязательно расскажу вообще обо всей патриотической работе, связанной с Великой Отечественной войной, которая проходила в нашей школе. Во дворе школы имени Героя Советского Союза Вадима Фадеева почетное место заняли 5 саженцев. Плакучие ивы, словно живое напоминание о тех, кто не вернулся с фронта, и символ для живущих теперь, чтобы помнили. Детям, которые вот настоящие, им повезло. Им есть настоящие участники тех событий. Но в дальнейшем все будет меньше и меньше, поэтому создаются музеи, поэтому мы сажаем деревья, поэтому мы пишем письма ветеранам. Во всероссийской акции «Лес Победы» приняли участие тысячи учебных заведений и организаций. Всего в регионах было высажено 26 миллионов деревьев. Через несколько лет ивы во дворе третьей школы подрастут и поклонятся подвигам героев, которые сражались за родину. Марианна Мирная, Максим Гусев. События.